Брат, всем привет! Сегодня снимем небольшой ролик по допам, по навесному оборудованию, которое мы решили установить на наш снегоход Promax Snow Pro 210. Первым делом наш выбор пал на лобовое стекло. При покупке сомневались, стоит, не стоит покупать, потому что скорости относительно небольшие, порядка 40-45 километров развивает снегоход. Вроде бы сильно не обдувает, но по крайней мере, когда я в маске, когда в балаклаве, терпимо, скажем так. А вот малому Юрчику, ему дует, поэтому попросил стекло, решили взять. Сейчас сделаем такой небольшой ампакинг, сейчас его распакуем, покажу. Расскажу, установим, прикрутим и протестим. Я думаю, с ним будет уже более комфортно ездить. Вот такое стекло. Универсальное крепление на руль. Достаточно широкое. Я думаю, будет закрывать и взрослого, и ребенка. Вот таким образом оно крепится на двух болтах, прикручивается к рулю. Юр, покажи, сейчас я с этой стороны прикручу. То есть устанавливаем на руль. С одной стороны делаем такой зажимчик, с другой стороны. Так. Сюда. Дело притягиваем, закручиваем. Раз и два. Сейчас отрегулируем по месту уже и протянем. Лобовое стекло установили. Вот так оно выглядит. Юрца прям в аккурат всего закрывает. И руки, и голову, и тело. Обдувать не будет 100%. Регулируется по высоте. Можно поднимать его выше, опускать ниже. Юрец, как тебе? Офигенно, круто. Все, мерзнуть не будешь. Классно. Со стеклом разобрались. Следующий момент — это кофр. С магазина тоже мы брали снегоход в комплектации без кофра. Ну и до сих пор как бы вопрос этот открытый. Нужен он, не нужен. Пока решили установить вот такой вот самодельный. Импровизируем. В аккурат он тоже сюда встает. Сейчас мы его хомутами прихватим. Ну потому что вроде как и место есть, оно... Надо его задействовать, да? Почему бы не установить кофр? Но с другой стороны, надо ли тратить деньги, когда есть такой отсек под сидушкой? В общем, вопрос открытый. Устанавливаем самодельный, типа кофр. Посмотрим. Надо будет, докупим, докупить всегда успеем. Юр, покажи, сейчас я его хомутами... Хочу. По ширине встал четко. Пять секунд на установку. Так, здесь прихватили. Здесь прихватили. Ну все, он стоит. Так, по мелочи что-то перевести, отвести, я думаю, пойдет. Надо будет, кофр докупим. Все, супер, классно. По расширителям, я как говорил уже, мы их установили сразу при покупке в магазине. Как мне показалось, они не лишние. Если интересно, можем
сделать какой-то заезд такой по пухляку, сравнение с расширителями, без расширителей. В общем, расширители у нас стоят. Ну и последнее наше приобретение на сегодня. Сани волокуши. Длина 1,45 м. Я думаю, оптимальный размер для нашего боевого пони. Есть петлички для обвязки. Вот. По периметру трубка. Дышло быстросъемное, подпружиненное. При рывках будет амортизировать. Вот таким образом устанавливается. Хоп. Зафиксировали с одной стороны и с другой стороны. Хоп. И зафиксировали. Надо машину убрать. Быстро разобрали, положили в сани. Не мешают. На рыбалку грузиться, палатки, буры, весь мурдяк поместится. Такой комплект, я думаю, самое то. Дальше больше.